Удобные позы для секса. Удобные позы для секса. Блин, ну смотри, секс это как деньги. Это важное, но не главное. И заметь, что парень, что девушка, ну что мужчина, что женщина, если ему нравится человек, то секс, мне кажется, уходит на второй план. Если у тебя классный секс, но ты человек, он тебе для жизни не подходит, ты ничего не сделаешь. Удобная поза для секса. Раком? А самая любимая твоя? Ну вот это. Самые удобные позы в сексе? Миссионерская. А самая любимая? Миссионерская. А поза, в которой обычно кончаешь? Миссионерская. Самая удобная поза в сексе? Много их. Их реально много. Например, какая? Ну, я не знаю. Ну, самая банальная миссионерская, там, раком. Да и хрена. Да, какой обычно кончаешь? Ой, ну тут по-разному, понимаешь, тут как там, время, процесс, там, от этого влияет. Ну блин, там по-разному, понимаешь, как пойдет. Нет однозначного ответа, там, вот как...